Всех приветствую на канале Animal Life. Парень заглянул в мешок, который он достал из кучи мусора. Выйдя из дома на работу, житель одной страны в Азии не догадывался о том, какая неожиданная и интересная встреча ждет его. Он ехал на мотоцикле и был готов к обычному своему рабочему дню. Внезапно раздался тонкий писк. Он и остановил мужчину. Быстро затормозив, он увидел, что на грязном мешке сидел маленький, перепуганный щенок. Мужчина подошел к собачке и протянул руку, чтобы ее погладить. Малыш подставил спину для ласк, но продолжал волноваться. Видимо, этот щеночек не слишком уж доверял людям. Пока мужчина, спешащий на службу, думал, что ему делать дальше, снова кто-то запищал. Мотоциклист понял, звук идет из голубого и также грязного мешка. Он достал этот кулек, положил на траву и увидел прореху в ткани, через которую выглядывала довольно симпатичная мордашка. Кроха вылезла наружу через дырку в мешке и с удивлением посмотрела на человека, который ее спас. Так оба малыша были спасены. И через небольшое время того и другого тщательно отмывали от неприятных запахов, которыми успела пропитаться их шерсть. Потом им был предложен вкусный ужин. После этого братья-щенки почувствовали себя в полной безопасности. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.